Добрый день, уважаемые зрители! С вами Андрей Ткаченко. И сегодня мы поговорим о таком довольно-таки редком растении, как адения. Вот перед вами адения, главка. Тоже каудексное растение, лиана. Но чем же она отличается от адениума? Вроде название одинаковое. Адениумы относятся к семейству хутровых, адения к семейству пассифлоровых. Да, это лиана, каудексная лиана. Ну, у них есть много общего. Общее то, что оба растения имеют каудекс, и оба растения суккуленты. Поэтому уход, в принципе, за ними одинаковый, как за адениумами, так и за адениями. Сажается, собственно говоря, в такой же грунт. Вот, сейчас мы ее пересадим, вытащим. Как и адениумы. Кирпичная крошечка, перлит. Ну и перегной. Насыпал. Адения, конечно, тоже цветет. Ну, цветы у нее не столь выразительные, как у адениума. Вот такое, собственно говоря, растение. Довольно-таки красивые, редкое. Вот, среди любителей. Больше адении, конечно, занимаются профессионалы. Вот. Семена у адении сохраняют гораздо меньшую схожесть, чем у адениума. Поэтому сложнее ее разводить. Вот. Ну, разводится она, конечно, и черенками, не только семенами. Что еще можно сказать? По концентрации алкалоидных веществ, конечно, адения в десятки раз превосходит, чем адениум. Она гораздо более ядовитое растение. Ну, бояться ее содержать дома как бы не стоит, потому что скушать ребенок или кошка, животное какое-то, его не сможет. Оно ужасно горькое. Как только малейшая доза сока попадет куда-то в рот на слизистую, то, ну, конечно, ребенок будет плеваться, то все, но скушать его, ну, нереально. По-другому отравиться, конечно, от нее нельзя. Только соком, если он попадет в желудок. Ну, и там все. В общем, уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. С вами был Андрей Ткаченко.